Открыты диалог 100 годов БССР, великий шлях сучасной белорусской державности, пройдет в Гомеле 10 студеня. Удельниками встречи станут историки, молодь, гоноровые громадяне города и области, заслуженные работники разных сфер. Эксперты расповедут об ключевых моментах становления белорусской державности, так само говорка пойде про роль особы у истории. Тем часом в регионе зараз проходит конкурс видеороликов «Зроблено у БССР». Поудельничать у им могут молодые люди во возрасте от 14 до 31 года. Творчая работы до 15 студеня примая областный комитет БРСМ. Переможцев назовут у двух номинациях – «Лепшая авторская работа» и «Лепший коллектив авторов». А кроме того, шляхом голосования с 22 по 25 студеня у группе «Молодь Гомельщины» у «Контакте» вызначать уладальника призаглядацких симпатий.